Две вещи в августе идеально спасают от жиры. Это свежий вкусный арбуз и холодное мороженое. Если две вещи совместить, то получается восхитительно свежий сорбет. Как его готовить и каков классический рецепт, узнаем у поваров ресторана «Прайм». Пойдемте! Вымытый и вытертый арбуз нарезаем на кусочки, как обычно. Отделяем корку, семечки. Мякоть помещаем в чашу блендера. Измельчаем до однородного пюре. Сливки берем жирные, не менее 20%. Взбиваем до однородных пиков. Добавляем сахарную пудру, сок лимона. Перемешиваем. Добавляем арбузное пюре. Получившую массу отправляем в контейнер на 2,5 часа в морозилку. Получивший сорбет выкладываем в креманку, украшаем свежими ягодами, мятой. Приятного всем аппетита! Наш арбузный сорбет готов, а значит, пришло время его просто попробовать. Это то, что нужно в летний знойный день августа. Ну а для вас выясняли рецепт Кирилл Васенин и Владимир Лисик.